должны вам передать показания. Я должна ходить каждый месяц туда бумажку заполнять. Почему? А как? Мы телефон сейчас... не берете. Подождите минуточку. Мы не берем сегодня. Вчера, дали один, вчера не брали. Сегодня уже, слегший с телефоном. Завтра вообще будет хорошо. Еще а где телефоны? Телефоны, пожалуйста. То есть сегодня вам не один номер. Вот из этих... Прийти на номерок, ни один номер не отвечает. Видите, все заняты. Я передам вам номер телефона, где взять лекарство. Квитанцию там будете брать, где брали, где в ВРКЦ. В ВРКЦ, да. В вашем же ящичке. Она будет отдельно? Она будет просто отдельно, да. От коммунальной? Да, она будет отдельно, квитанция будет написана в ВРКЦ, и вы там ее заберете в квартиру. Оплатить? Платить там же в ЕРКЦ. Там же в ЕРКЦ. А то сказали, вообще не там нужно принимать наши платежи. Это они, кто? В ЕРКЦ? В ЕРКЦ. Будете платить в ЕРКЦ, значит договоренность есть, договорные отношения оформляются. Так, еще у меня вопрос.